Чего? Он говорит, потом разберемся. Я говорю, а потом будет суп с котом. Как только вы это сделаете в Москве, якуты скажут, пока в Кремле бардак, мы якуты отделяемся, Шаймиев. Пока в Москве бардак, мы татары самостоятельные. Поняли? То есть он бы тогда, вот это он, сработал бы на гарвардский проект, на разрушение России. Но Рохлин это патриот, понимаешь. То есть он вот такой вот. А на самом деле, видите, какие процессы-то? Значит, с ним вот встречались не один раз. Ну, с Явлинским там, Жириновским, это можно долго рассказывать, но я это для чего говорю? Не от хорошей жизни мы приняли решение действовать самостоятельно. Мы поняли, что вот вся эта элита сгнила, и рассчитывать на то, что она будет что-то делать, бесполезно. Значит, они все предали и продали нас всех в рабство. И то, что мы называем вот прошлый, значит, состав Думы, 80% работало напрямую на ЦРУ в «Аргументы и факты». Значит, просто и зарплату оттуда получали, да и эти тоже не лучшие. Их вот из трех партий слили, теперь уже понятно, от «Единая Россия» откуда взялась. Это не партия Путина. Вот многие говорят, партия Путина, партия Путина. Это партия семьи Ельцина. Делал ее Березовский, на деньги Березовского. А делал кто? Волошин, ставленник семьи, глава администрации. Он сделал и слинял быстренько. Сейчас его там дело продолжает Сурков. Хотя там их могут перевербовывать. Это вот надо знать роль спецслужб, так сказать. Вот. А партию слили, Путин поставил над ними Грызлова. То есть, а они сейчас выходят из повиновения Грызлова. А там фактически вот в «Единой России», якобы «Единой», те же три партии остались. Значит, Шойгу, Единство, Отечество, Лужков и вся Россия, Шаймиев. Три клана мощных, которые туда, а интересы разные у них. Поэтому они не найдут общего языка. Вот помяните, вот они скоро, так сказать, как все партии ушли в небытие, так и это уйдет. Их пока вот временно они, но сейчас они начинают, ага, осмысливать. Значит, а поскольку у каждого депутата есть хозяин, а ведь они как приходили, там были первые фамилии, там, помните, в списке-то были и Лужков, там и все, а теперь их никого нет, они остались, так сказать, это самое, при своих, а поставили своих ставленников. А интересы у кланов остались разные, то есть пока шло раздербанивание России, каждый грабил и было чего грабить, но границы грабежа соприкоснулись, и теперь они проникают друг в друга, конкуренция называется. И эта конкуренция идет как на глобальном уровне, так и на региональном уровне. Везде вот эта конкуренция заставляет убивать друг друга. Но если там, на Западе, вот эта конкуренция и складывалась столетиями, то есть не спеша. Кто такой Морган? И вообще кланы Морганов? Это пираты, обыкновенные бандиты, которых легализовала там эта королева Англии. Вот. А их наследники сейчас, а здесь-то у них-то это столетиями было, а в новом информационном состоянии у нас это произошло резко, то есть буквально за несколько лет. Сидели вот мы за партой рядом с кем-то, он стал, значит, олигархом, а я никем. Ну, я вот там, я лучше на себе не показывать. Значит, просто вот так абстрактно. И он думает, ничего себе, что это я у него буду в халуях ходить. Пиф-паф, ой-ой-ой, его нет, уже он олигарх. Вот приблизительно ситуация. И ее не остановишь. Ее не удастся застабилизировать. Потому что там это было, в том информационном состоянии, а в этом это все динамично. Они пытаются удержаться, все это. А дальше так. Ну, я вот дальше говорю, ну, хорошо, вот ты там олигарх, там, богатый, все. А дети твои кто? Ну, и что ты нахапал этих тряпок, там, еще что-то, деревяшек этих накупил и железяк. В могилу с собой не унесешь. А дети твои все пропьют. То есть так и есть, у многих они алкаши, там, наркоманы и так далее. Вот, а нам торопиться некуда, да? То есть у нас 50-летние планы. Пусть русские сами себя ухайдакивают, мы все это дело со временем приберем. Вот вообще говоря, какая ситуация. Поэтому по отношению к нам, вот у этой элиты, она ведь что? Сразу ставит вопрос, а где мы будем вот в этом новом обществе? А что мы предлагаем? А мы предлагаем простые вещи, очевидные. Вот дальше
там в лекциях все станет вообще понятно, но суть сводится к чему? Тоталитарная модель зиждилась на чем? На монопольном владении знаний. То есть мы, рабовладельцы, знаем все, а этим даем только то, что их касается. Мы говорим, что каждому человеку надо дать все знания, доступные людям. То есть каждый человек должен знать, ну, как бы основополагающие знания. То есть нельзя, он должен иметь доступ к любому виду знания. А это наша концепция. А их концепция нет, я знаю, а вы не должны знать того, что я знаю. Потому что это позволяет мне, вот это главное. Второе, то, что мы предлагаем, ориентировать целеполагание на обеспечение демографически обусловленного спектра потребностей людей. То есть вот у человека есть потребности. Они какие? Нормальные? То есть надо кушать, надо одеваться, обуваться, да, передвигаться и так далее. А есть ненормальные? Наркотик, винишко там, сексуальные всякие, извращенцы там и так далее. Вот сейчас вектор цели на что? На деградационно-паразитарный. Перемолот. Вы вот вдумайтесь даже так, с точки зрения перемолота. Мода. Вот сегодня в моде короткая юбка. Я произвожу юбки. Мне, чтобы сбыть свою продукцию, надо, чтобы ее покупали. Если не будут покупать, у меня навара не будет. Значит, мне надо всучить то, что людям не надо, вообще говоря. Поэтому всякие ухищрения, реклама работает на то. Сегодня юбка короткая, все носят. Завтра я сделал рекламу, длинная. Короткие выбрасывают, хотя еще можно носить. Длинные носят, потом средние, понимаете, это вот наглядно. То же самое с автомобилями, со всем, чего не бери. Все эти моды, рекламы, это что? Перемолот ресурсов. Значит, а надо ориентировать на то, что человеку надо. Вот. Дальше мы говорим, что отказ от ростовщичества. То есть кредитно-финансовая система должна быть такой, чтобы кредитование было беспроцентным, как это делается в Японии. Ставки кредитования там в Японии равны нулю. То есть денег должно быть ровно столько, сколько товаров и услуг. Денег больше – инфляции, денег меньше – дефляции. Все. И банки должны быть вписаны в механизм производства продуктов. В Японии это, кстати, так. То есть в Японии действуют финансово-промышленные группы. Там их 6 самых мощных финансово-промышленных групп. И зарплату там получают, в частности, деятели банков, всех, кто там работают, от выпущенной продукции. А у нас что? Банки, деньги делают деньги, а вы делаете комбайны. Вы делаете комбайны, да? Значит, идете в банк, дай кредит. Он говорит, да пошел ты, я тут деньги делаю. То есть они же как делают? Банку друг друга кредитуют по цепочке, да? То есть это то, что в народе говорят, прокручивают деньги. И делают деньги из ничего. То есть они раздувают эту самую инфляцию. Это называют ценные бумаги. Еще что-то всякая дурь. А назначение денег сопровождать круговорот товаров и услуг. Другая концепция. А по этой концепции деньги делают деньги. Вот и все. То есть поэтому кредитование должно быть равно нулю. Как обеспечить паритет валют разных стран? А очень просто. Значит, если, предположим, в стране, вот берем две страны, X и Y. В стране X много продуктов выпускается, а в стране Y ничего не выпускается. Какая страна богаче? Это или это? Ну, очевидно, что это, да? За счет чего сейчас выпускаются продукты и услуги? Все делается на электрической тяге, да? То есть электроткацкий станок, электропила, электроблитва, электрорубанок, электронасос, электропылесос и так далее. Поэтому получается, если в стране X есть много электричества, то она может выпускать товары. А если в стране Y нет электричества, то она и не может ничего выпускать. Какая страна богаче? Опять-таки, где электричество? А теперь берем, где Саяно-Шушенский ГЭС, Братский ГЭС, запасы газа, нефти в России. Сколько в Швейцарии ветряных мельниц? Понятно, да? Вот и вся сказка про белого бычка. Чего нам не хватает?
А пальчик не тот. Мы живем по чуждой концепции. Нас как лохов грабят, просто вот, обманывая через вот эти знания об экономике, все это. Значит, их грабят. Вот и все. Поэтому надо...